кто-нибудь мне может объяснить, как в этой ебучей летной школе на вертолете летать? Я, блядь, не могу, у меня уже никаких нервов не хватает. Вот он почему-то скорость теряет у меня. Я не успеваю пролететь. Сейчас я эту хуйню специально провалю, чтобы заново начать. Я не понимаю, я стараюсь лететь как можно ниже, все время опускаться вниз, чтобы набирать скорость. А он меня, блядь, все время скорость теряет, и я не успеваю на время пройти. Блядь, вот я не знаю, как еще-то скорость набирать. Я пытаюсь подняться на высоту, потом опускаюсь ниже, чтобы набрать скорость. И он почему-то скорость потом теряет, блядь. Я не могу, блядь, полчаса с этой хуйней ебусь, никак не могу пройти. Вот я поднимаюсь наверх. В то же время я немножко вот вниз вот так наклоняюсь, чтобы начинать набирать скорость. Вот. То есть я держу кнопку набора высоты, плюс немножко стик двигаю вниз, чтобы... Вот я очень сильно пролетел. Короче, я нажимаю кнопку R2. Вот видите, я сейчас не успею. Блядь, я не знаю, как эту хуйню, блядь, проходить. Мне, блядь, никаких нервов не хватает, блядь. И главное, эту миссию пропустить нельзя. Все остальные миссии, когда ты их проваливаешь, можно пропустить, а эту нельзя, блядь. Может быть, мне кто объяснит, как управлять правильной этой хуйней, блядь. Вот я поднимаюсь. Теперь я стик наклоняю вот так, чтобы скорость набирать. Я не знаю, блядь. Набираю высоту, и в то же время... И вот опять пропустил. Ну, ёбаный хуй. Как делать так, чтобы он поддерживал скорость? Вот объясните мне. Вот я, например, сейчас лечу, да? Вот. Я слегка поднимаюсь наверх, чтобы набрать высоту, и тут же опускаюсь вниз. Ну, что там объясняли, что вертолет скорость набирает, только когда ты вниз носом смотришь. То есть вот я поднимаюсь, набираю высоту, и видите, он замедляется. Вот я опять носом опускаюсь вниз, чтобы набрать скорость. Так, ну тут опять нужно подниматься. Опять поднимаюсь наверх, и он опять опускается. И он опять замедляется. Видите, как он замедлился? Разве тут на время успеешь, если он так замедляется? А как еще скорость-то набрать? Все равно приходится периодически наверх подниматься, чтобы идти... Точка, вот, например, опять. Видите, у него какая низкая скорость? Опять приходится подниматься наверх. А когда я наверх поднимаюсь, у него скорость забавляется. Вот видите, он вообще остановился, блядь. Блядь, я не знаю. Это, блядь, поебень полная, нахуй. Я хочу разбиться, нахуй. Вот видите, сейчас он быстро летит, конечно, блядь. Вот как еще сделать-то, блядь? Блядь, я хочу дойти до миссии, блядь, чтобы подлодку, блядь, купить потом, нахуй. И столько нервов надо потратить, блядь, с этой хуйней. Блядь. Главное, нельзя пропустить, никаких чит-кодов нет, чтобы эту миссию не проходить. Вот я набираю высоту. И вот я опускаюсь вниз, чтобы набирать скорость. Вот он ее вроде набирает немножко. Вот он набирает скорость, так, так. Вот. И тут нужно опять наверх. А когда я поднимаюсь наверх, то у него скорость, видите, все. 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 Скорости больше нету. И как я буду лететь без скорости? Короче, блядь. Объясните мне, пожалуйста. Иначе я сейчас джойстик разобью, нахуй выкину, блядь, и эту игру удалю в пизду, блядь.